Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! А вот знаешь ли ты, как визуально расширить пространство в комнате? Как добавить цвета в интерьер? Ну и вообще, знаешь, обновить этот интерьер без ремонта, без вызова электриков? Слушай, ну на самом деле всегда хочется какого-то разнообразия лично мне, да? И я сразу хочу тебе сказать, комната у меня небольшая, да? И мне всегда хочется вот как-то стены прорубить к соседям, чтобы хоть немножечко увидеть. Ой, не надо стены прорубать, повесь новый комплект штор. Я рекомендую тебе выбирать именно данную модификацию. Это модификация в винтажном стиле и называется она... Винтаж. Да. Выбираем ее светлые оттенки, гармоничные тона, бежевый цвет, цвет айвори и яркий. Посмотрите на эти коралловые оттенки, создадут и очень нежный, в то же время акцентный интерьер. Но у нас есть еще две модификации, я предлагаю ими полюбоваться. Давайте прямо сейчас внимание на экран. Кстати, обратите внимание еще и на цену. 1799 рублей. Это последняя цена. Когда я говорю последняя цена, это вот, знаете, вот прям можно приравнять к цене распродажи. Такой цены не будет больше никогда на телеканале Shop&Show. Давайте знакомиться. Итак, посмотрите, роскошь барокко. Модификация называется именно так, роскошь барокко. Барочный стиль, эпоха ренессанс наполнит ваш дом роскошью, наполнит ваш дом помпезностью, подчеркнет, конечно, вас изысканный вкус. Но в данной модификации, посмотрите, есть еще очень важный символ – это любовь. Ваш дом будет наполнен не только роскошью, но и теплотой, уютом и любовью. Такой комплект штор я рекомендую особенно для гостиной и для спальни. Почувствуйте себя истинной королевой. Ну а для тех, кто хочет создать свой дом в истинном итальянском стиле, я рекомендую выбирать модификацию Лучиано. Очень сдержанные, лаконичные серые оттенки. И этот комплект уникален тем, что будто бы художник взял карандаш и тонко-тонко разрисовал необычайные узоры. Потому что, Оль, чем уникален этот комплект? Действительно, там очень мелкая проработка деталей, которая имеется. Ну, а для тех, кто любит светлые тона и кто хочет визуально расширить пространство, я рекомендую выбирать модификацию винтаж. Оль, ты уже берешь, да? Конечно, потому что ты уже видишь размер. На самом деле, вот ты наверняка знаешь, что 1 метр подобной ткани в магазине будет стоить 2-3 тысячи рублей. Сколько, ты говоришь, одна портьера у нас? Оль, у нас ширина одной портьеры целых 2 метра. Итого 4 метра у нас за 1799 рублей. Сегодня действует скидка в 3000 рублей. Не забывайте, что у нас сегодня в течение первого часа, утреннего часа, самый выгодный. Выгодные цены. У нас сегодня цены, как на распродаже. Успейте ими воспользоваться. Самые выгодные цены за всю историю телеканала Shop&Show. Итак, изысканный полноценный комплект. Две портьеры, ширина каждой портьеры целых 2 метра. Такой комплект, Оль, идеально подойдет для каждого дома и для каждого интерьера благодаря сочетанию оттенков. Mm-hmm. Бежевый цвет и цвет айвори – это классические оттенки, универсальные цвета, которые прекрасно подходят как для темных, так и для светлых интерьеров. Ну а яркий коралловый акцент создаст еще и настроение в вашем интерьере. Но очень важно, чтобы было не только красиво, но чтобы было еще и практично. И наш комплект создан из самой летящей, самой легкой ткани всего мира и самой изысканной – это шелк. Но шелк у нас, Оля, непростой. Это декоративный шелк. Угу. Вот когда ты прикасаешься, что ты чувствуешь? Он гладенький. Вообще я шелк обожаю, но, честно тебе скажу, считаю его очень непрактичным. Но только не в нашем случае, потому что декоративный шелк, в отличие от натурального, отличается высочайшей степенью практичности. Да. Он уникален тем, что он не дает усадку после стирки, он не деформируется. А еще, Оль, посмотри, и вы обратите внимание, вы видите на эту четкую прорисовку? Каждая линия, вы посмотрите, только в одной розе используется сколько тонов и полутонов. Mm-hmm. Переход от белого цвета к насыщенному коралловому оттенку. И все это возможно
только благодаря самой дорогостоящей инновационной технологии в мире текстиля, а именно сублимационной печати. Печати разные бывают. Вот это обычная печать. Так. Она непрактична. Быстро выгорает, быстро линяет. 2-3 месяца шторы просто моментально выходят из строя. Но когда речь идет о сублимационной печати, когда под воздействием высочайшей температуры волокно прокрашивается на 100%, именно тогда шторы не подвержены никаким механическим даже воздействиям. Они не линяют и они не выгорают даже под прямыми солнечными лучами. Ну что ж, добавьте свой интерьер новизны. Знаете, часто бывает, приходишь домой и думаешь, боже мой, когда же я буду делать ремонт, как мне все это надоело. А я вас уверяю, вот достаточно только шторы поменять, и будет ощущение, что вы вообще в другую квартиру переехали. Вспомните, часто бывает, мы смотрим какие-то сериалы, интересные телевизионные передачи, там такие шикарные интерьеры, нам тоже хочется такие, мы понимаем, что это стоит очень дорого. Посмотрите на цену. 1799 рублей за преображение вашего интерьера. Слушай, скажи, пожалуйста, еще вот вопрос. Ты сказала, что здесь у нас 2 метра плюс да. 2 метра, 4 метра. Верно. Я сейчас подумала о том, что у всех окошки-то разные. У кого-то маленькие, у кого-то большие. Так. На какой размер подойдет окна и на какие крепления предназначен наш комплект? Оль, вот смотри, если окошки прям маленькие совсем, вообще комплект можно даже разделить, хочу отметить, если окна небольшие. Ну, а вообще, благодаря тому, что наш комплект идет на шторноленте, шторнолента создает очень красивую драпировку, такой комплект подойдет на любые окна. И ведь вы можете повесить не только на окно, но и повесить полностью на всю стену. Что касается крепления шторнолента, это универсальное крепление, подходит только для крючков, крокодильчиков, колец. Вы сможете повесить комплект штор самостоятельно и даже не прибегая к помощи мужа. Вот как я это, например, сделала не так давно, когда меняла шторы. Прекрасно. Очень быстро, и карниз не придется менять. То есть мы, женщины, будем независимы от мужчин. Да. Все нет, мы, женщины, можем удивить своего мужчину просто, вот и все. Катюш, мне все-таки хочется представить, как будут смотреться шторы в разных интерьерах. Давай посмотрим. Давай подберем сейчас. Да, с удовольствием подберем, ведь такой комплект штор действительно украсит любой интерьер. И в классических, и в современных оттенках. Вот посмотрите, вы видите интерьер в светлых тонах. И модификация винтаж добавляет яркости красок. Посмотрите, модификация Лучиано создает благородный интерьер. Но модификация барокко, конечно же, добавляет роскоши и помпезности в ваш дом. Но и не только это. В том числе модификация барокко еще и сделает ваш интерьер очень теплым и уютным за счет золотых оттенков. Добавьте тепла в свой интерьер, добавьте шик и богатство. Знаешь, я вот еще думаю о том, как вот муж отреагирует на какую-то новинку. Все-таки это всегда радует не только тебя, да, но и всю твою семью. Хочется побыстрее домой, когда ты знаешь, что у тебя дом самый красивый, самый такой вот богатый и благородный. А как будут удивлены ваши гости? Кстати, скоро Пасха. Вспомни, на Пасху все собираются, да, приходят родственники. Нужно их обязательно удивить. Верно. Вот сегодня нужно заказать, чтобы вовремя шторы приехали. Да.